два дня не давала нам погода продолжить работы на участке. Вот такая красота из каркаса, ворот и калитки стоит. Сегодня ребята продолжат работы, будут обшивать профнастилом и делать в силикатном заборе вставки, рамки металлические из профнастила. Ну все, идем дальше. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Живу на селе». С вами селянин. Веду репортаж с нехоженных троп своего участка. Вот. У самой улицы и дороги ведутся работы по установке ограждений, калитки и забора. Я сейчас нахожусь в том месте, где будет поставлен забор, который будет разделять границу между картофельным участком и огородом. Я сейчас вам это покажу. Ну вот, как мы видим, вот здесь участок соседа заканчивается. Бревнышки у него складированы. И вот по этой линии. И мы должны поставить 3D-забор из прутка. Думаю, должно получиться неплохо. Вот моя елочка жива-здорова, поживает неплохо. Снег, о котором мы говорили, сейчас как бы в таком состоянии, как будто по весне он осел. А вот вдали мы видим, что уже красуются ворота и калитка из профнастила. Сейчас мы подойдем туда поближе, посмотрим. Здесь вот у меня недоделанный, значит, разбор завалов после работы техники на участке. Но ничего страшного нет. Зима долгая. Время коротать можно. И вот эти вот завальчики мы потихонечку будем убирать. Будем убирать. Снежок сильно осел. Здесь что-то пожгем. Плохой шифер. Кинем под дорогу технологическую межу, которая пройдет рядом с забором и будет шириной где-то 3,5-4 метра. Вот. Старая яблоня, которая практически не плодоносит. Ее, скорее всего, придется окончательно убрать. Вот, потому что она уже бедная. И так никак себя чувствует. Вот. Вдали работают ребята. Антон Сварной. Ну и Ольшка моя вышла с проверочкой. Ну вот я подошел поближе, чтобы вам продемонстрировать, как это все дело будет выглядеть. Вот, профнастил уже ребята поставили вот таким вот образом. На основные ворота идет труба квадратная 80 на 80, в уголочке 60 на 60, перемычки из трубы 40 на 20. Ну и там тоже стоит труба 60 на 60 в уголке к кирпичному забору. Она на шпильке арматурная, приварена эта труба. Вот. Антон и Володя работают над забором. Компания ПГО, прошу любить и жаловать, ребята откликнулись. И ведут сейчас. Сегодня хороший день. Как ни странно, два дня лил дождь. И работа у нас никак не складывалась. Ну а сейчас, как мы видим, все благополучно закончилось. И ребята продолжают работать над забором. И вот, как я вам говорил, получаются вот такие вставки из профнастила.
в рамке. И у нас будет 3D-забор. Общее расстояние калитки с распашными воротами 6,5 метров, высота 2 метра. А это 3D-забор на ту часть участка, о которой я вам говорил. Сразу готовые калитки ворот и сама калиточка. Все. Будем смотреть в дальнейшем, как ребята будут производить сборку забора 3D. Еще раз повторюсь, компания ПГО «Город Ижевск» выполняет работы по ограждением и все, что с этим связано. Вот таким вот образом. На сим откланиваюсь. С вами был Селянин и канал «Живу на селе». Берегите себя, будьте здоровы, оставайтесь с нами. Всего доброго.